Всем привет! Продолжаем проходить Bosch. Наконец-то я сел продолжить мучиться с 10-м миром. Привет. Привет, Угебастье. Так. 10-й мир, Ниндзя Гайден. 19434 смерти. Музычку надо включить. И надпись убрать. Да. Он там такой же шипик стоит, как я, внизу. Так, я тут записал убийство Крака, за один цикл скинуть, хоть посмотришь, а то не веришь, как можно пить. Скинь, но все смотреть я буду не сейчас. Так. Меня сам нормально вроде слышно, ну все, поехали. Так, я уже забыл, что тут делать, если честно. Не так. Оп. Почти. Да, давай в скайп. Отлично. Блин, надо быстрее как-то там. Это место очень важно пройти, потому что на нем дропают, как мне сказали. Да что такое? И вообще хочу уже быстрее больше пройти и начать перепроходить уже на, ну короче, там по-другому. Блин. Да что такое, я же вроде легко туда прыгивал. На хардоне, но вначале на ЕЗ хочу пройти, чтобы освежить как бы в голове все уровни, а потом на хардоне. Но я думаю, ЕЗ я стрима за два-то пройду, да. Блин, ну почти. Так, стрелять не разучился еще. О. Блин, ну куда ты шип-то впиливаешься? Смотря на сколько по времени рассчитываешь, думаю, за два стрима где-то 4-часовых сможешь, наверное, может даже быстрее. Ну, да. Таких вот, не как сейчас вечерних, а, которые с утра. Привет, Прескклауд. Оп. Так, что тут надо делать, я уже забыл. Как-то так. Как-то так. Так. А, не так. Раздвоило. Бывает. Так, ну я понял, как до четвертого экрана заходить. Или какой он? Это вот второй? Там, да, до четвертого. Только на четвертом экране осталось. Ну, не знаю, насчет осталось, но, по крайней мере, чтобы продвинуться вперед. Надо размигрить эту стену как-то, стоя на большой платформе. Сейчас
четвертый последний, но он не такой-то простой. Там очень много на нем интересных фишек, насколько я посмотрю так. Гораздо проще. Ну не знаю, это надо понять и реализовать. Не так-то просто. Да что я умираю за этот шип? Ну, можно там прыжочек делать небольшой. Как здесь спидранеры проходят? Ну это хз, это надо тренить тут до посинения. Этот уровень 10, как отдельная его напиза ниндзя, блин. Да что это? Даже не попал. Что это было? Там надо, ну вот на правой стене, там надо в самый низ этого синей штучки попадать. Потому что иначе в шип впиливаешься. Блин. Не, ну вот, на, если говорить про рейп-мод в Гибастие, то мне кажется, что второй мир, третий и четвертый вполне реально. Ну, может быть, даже пятый. Может быть, хотя уже проблемы жесткие. Но вот, блин, шестой... Не знаю... Короче, забавный коммент прочитал про убийство босса Мегамена на рейпе. Короче, тот чел на последней фазе жал две кнопки стрельбы, чтобы не было пауз спами, и так заспамил. На шестой надо очень много нервов из-за глазика. Надо глазик натренить до такой степени, чтобы уже, ну, ты уровень мог начинать сначала. Постоянно, потому что если ты будешь при каждой попытке пройти на рейпе этот уровень в самом начале тратить по 3000 смертей, ну, утрирую, да, то это не очень. Но Градиус там же это, покемон секретка. А Градиус на рейпе отличается? То есть она только на ЕЗ отличается, да? Честно, не хочется весь стрим сидеть на этом экране, ну, на этой серии экранов. Уже и босса хочется посмотреть. Я же не знаю до сих пор, какой здесь босс.
Я не этот, не Фабино, который может часами сидеть просто вообще и ни разу не подгореть даже. Хотя на Марио у него в конце уже все-таки подгорало. Ну, засиделся, но прошел. Так что победители не судят. Зачем играть в босса и не гореть? Хороший вопрос. На него нет ответа. Только у Домино есть ответ. Ну, он вообще-то уже объяснял это. Ну, типа, говорит, ну, я проиграл. Типа, я сделал ошибку, чё мне гореть-то? Попробую еще раз. Ну, в принципе, это довольно это, прагматично, да, и практично, то есть. А то, что будешь гореть, ты лучше не пройдешь, даже наоборот. Ну, блин. Не всегда, считаю, возможным не гореть. Вот сейчас я пока спокойный, да. Что будет через полчаса, если я не пройду этот экран? Вот он сколько сидел на Марио, у меня примерно столько времени, что на Солгрина. Да ладно, Солгрин сложный босс, что ли? Я просто же не знаю, я даже не видел, какие у него атаки. Блин, то есть меня еще боль ждет, да, впереди? Ну ясно. Рандомный, все на выживаемость. Это Ктору. Ктору его, наверное, быстро пройдет. Он любит выживать на боссу. Да что я делаю? Кстати, посмотрел вчера на ютубе после прохождения I Wanna Be The Very Best. Ну, кто не знает, это солгриновская игра. Блин, такая жесть. Просто жесть, одним словом. По сравнению с Bosch, на Bosch, по сравнению с I Wanna Be The Very Best, это просто наимилейшая, наидобрейшая, наиизичная игра. Причем она короткая, но от этого это не значит, что ее легко пройти. Блин. Но выживать, когда босс телепортируется в тебя, это такое. Опять маньяки побольше собрались. Ну да, привет, Тор. Общее время на 10 минут. О-о-о. А, ты про Барибес? Да, бессмертие, геймплея минут на 10, даже меньше. Но только бессмертие, это нереально. Я думал 10 минут Солгрина убивать. Блин, ну я рано, да, прыгнул. На велосипеде экраны понравились, но это, да ну, блин. Не знаю, мне там ни одного экрана не понравилось. Учитывая, что, блин, там еще фиг допрешь, куда идти иногда. Вот там, где покемон
какие-то эти, ну, типа тохофазы делают уже под конец игры. Как там понять, что нужно идти налево, я вообще не знаю. В стену. Ну, в общем. Все экраны понравились, особенно когда я в это не играл. Ну не знаю, если честно, мне было на это даже смотреть больно. Я просто не мог на это смотреть. Ну блин, реально, такая боль. Жалко просто игрока даже. Где тут можно выжить? На нижней... На нижней центральной колонне, а потом перепрыгнуть. А вот когда крутится она, то хз уже. Блин. На нижней центральной колонне явно выжить поначалу можно, а потом вот уже хрен его знает. Да блин. Так там же не долететь до лева, если я буду просто лететь вниз. Только с колонны до туда допрыгнуть можно. Не, вот этот мир на рейпе нереально пройти. Не, вот это нереально пройти на рейпе. Я не знаю, это, кем надо быть, чтобы это пройти на рейпе. Хотя, может, потому что я просто пока первый раз в этом мире, мне так кажется. Ведь мне раньше казалось и второй нереально, а сейчас уже, мне кажется, в принципе, можно. Пару мест еще затренить только. Что-то лаг какой-то был. Мне раньше казалось, и первый уровень на рейпе это жесть, но я же на нем потратил. Сколько там? 500 смертей до босса, еще 1000 на ките. И думал, что, блин, офигеть, какая жесть. Сегодня без смертей прошел. Ну, в смысле, без смертей от начала уровня, не с первой попытки просто. Блин. Привет, Найтрики. Ну, последние несколько стримов, да, с вебкой. А раньше, ну, короче, где-то до этого около 100 стримов без вебки были. Да такой 100 там даже больше. Ну, короче, недавно вебку стал включать. И плюс, еще один раз было очень давно, меня попросили на... Когда я в Тоху играл, тоже было. Блин, да я соскальзываю. Мешает вебка? В смысле? Как она может мешать? Как-то стесняет, что ли? Я вообще про нее не думаю. Единственное, у меня вебка очень-очень плохая, но вы, наверное, видите, там мыло практически. Ну, не знаю, в принципе, я могу выключить тоже вебку, если она как-то слишком плохая или что-то такое. Мне то что...
Если выключу вебку, Тор все равно не сможет смотреть, а остальных хотя бы и так тянет NX. Не, вебка иногда прикольна, в моменты ярости там, например. Я помню, когда ты проходил... кого ж ты проходил? Соника, что ли? Не помню, ну короче, что-то, по-моему, в босса проходил. И это, аж стол пнул. Меня порадовал тот момент. Вебка аж сместилась. Без вебки это было бы не так эпично. А, да, мне показалось, ты с ноги стол сдвинул. Ну, кулаком это еще терпимо. Когда Марио убивал, мне не такое было. Не знаю, вот на трики, что-то я смотрю на твои страдания с читаменом. И вот уже думаю, ну я просто хотел же, когда пройду больше, читамена убить. Но вот уже в раздумьях. Как-то он не очень какой-то. Мне, конечно, говорили, что он сложный, но что-то, блин, я смотрю на это. Да блин, я соскальзываю с платформы с этой. Да, я видел, как Китти тральнула. На рейпе. Начал баги замечать, да. Не, баги, конечно, прикольные. Я вот не знал, что там такой забагованный этот тасманский дьявол или кто это, да. Почему-то вы его медведем называете, но это явно не медведь. Просто падаем. Мне раньше говорили, что наоборот, колонну нужно дождаться. Еще говорили про эту выемку. Да не знаю, я на нем как-то не страдаю. Не знаю, почему у тебя такие проблемы с ним. Может, тактику неверную выбрал. Я его не так прохожу, как ты. Блин, ну... Гибости, я понял, вроде. Осталось только реализовать. Да, я понял. Но правда я не понял, что потом делать. Ну то есть вообще до конца. Там довольно много действий нужно на четвертом экране сделать. Как-то до стрелочки до этой дойти, ну крестика в смысле. Чтобы он это галочкой стал. Потом как-то туда, и все это время надо стену обходить. Блин, я не туда зашел. Я хотел вниз, но не получилось.
Какой выпрыг? Из пружинок, что ли? А, или ты имеешь в виду, ну, на первом экране? Да нет, там нормально. Не знаю, у меня прям нормально получалось. Почему-то у тебя проблемы. Я даже не знал, что это сложно, думал это, ну, вообще, типа, думал, все так делают. Ну, в смысле, я сам не догадался, я тоже посмотрел. Но как только посмотрел, как-то, не знаю, без проблем почему-то сделал. Ну, у каждого разное, видимо, получается. Кому-то одно легче, кому-то другое. Вот у меня с пружинками проблемы. И вот с тем экраном мигающим тоже. Да, этот момент, блин, посложнее, чем некоторые боссы. Я говорю не только о Китти. Блин, реально парит. Очень много действий надо сделать. Такое ощущение, что мини-уровень на рейпе. Вот здесь сидел? Да ладно. Подожди, ты же не дошел до сюда. Или когда ты на ЕЗЭ проходил? При сколько сидел? По 100 смертей в день, а сколько дней? Только не говори, что месяц. Сот смертей. Я, по-моему, уже здесь больше потратил. Я, правда, не помню точно. Так. Блин. Пугала меня стена эта. Кубик был читерский. Три дня у гибости это просидел. Блин, ну. Ну я по сути уже третий стрим здесь. Но первый стрим там вроде чуть-чуть совсем. А, не, стоп, второй, да, второй. То есть на прошлом стриме я только дошел до этого экрана. Да-да-да, я помню, на прошлом стриме только один сейв взял. Как раз таки здесь. Да я вроде посмотрел, что там делать, но не очень понятно. 5К, ну блин, я походу Торниса догоню. Привет, Ксенриер. Блин, да что это? А я все на том же экране, Ксенриер, что и в тот раз. Но я, в принципе, с того момента больше не стримил больше.
Да. Не-не-не, рейпа не будет. Рейпа не будет. Я чё, с ума что ли сошёл, думаешь? Оксенрир там напечатал. Ой, как про рейп сразу Тор проснулся, ну конечно. Пирамид Хэдом, ну да. Боши. Это не пирамид Хэдом, это шипом. Вот видишь, там шип внизу маленький стоит, вот на этом экране. Вот я такой же шип был. Только от меня почему-то никто не умирает, а вот я обо всех. Лучше кому не знать, что делал Пирамид Хэй, вторую часть Silent Hill с чучелами. Ну, я знаю. А, ну давай. Жизнь не будет больше прежней, но... Silent Hill такой Silent Hill. О, Джокин, привет. Вот, смотри, что тебя ждет, может быть, если ты одолеешь Марио и Соника. Прыг, прыг, прыг! Так, стреляем, стреляем. Стреляй. Колонна. Справа, влево. Так. Прыжок, прыжок, прыжок. И летим. Так, и теперь здесь стоим, фиг знает такого момента, я уже забыл. Чё, страшно? Я не понял, в какой-то момент мне нужно... Так, у меня же мышку видно, да? В какой-то момент мне нужно прыгнуть с нижней колонны обратно наверх, потом на эту синюю штуку и от нее на скорости долететь вот аж до сюда. И отсюда вот так хоп-хоп и задеть эту вот... Задеть этот крестик, он станет зеленым. Эти все блоки исчезнут, и отсюда я должен скосить через сюда и пройти. Но только непонятно, где в это время будет стена. Да, подсказывать, наверное, не надо лучше. То есть мне нужно как-то стенку обойти вот здесь, с левой части экрана. Как это сделать? Надо еще раз понаблюдать, в общем, как она движется. Я не запомнил. Mm.
То есть нужно найти момент, в каком месте ее можно перепрыгнуть или как-то обойти, когда она уже направо едет. И при этом выжить до этого момента, разумеется. Так, стреляем, стреляем. Вправо-влево. Прыжок, прыжок. Летим. Стоим. А, так, ну-ка смотрим. Здесь хоп-хоп-хоп, влево. Так, потом наверх. А, не, нифига, как тут выжить-то? А как тут выжить-то? То ли на нее можно с обратной стороны встать, может быть. Но это единственный, по-моему, вариант. Скорее всего, с обратной стороны она не убивает. Да я сейчас просто соскользнул, я не смог попробовать то, что мне в голову пришло. А. Ну да. Привет, мистер Обомнение. С обратной стороны стенки-то, может быть, и можно встать, только туда не попасть никак. Ну, есть одна вообще мысль, но пока такая мутная. Так Найтрики, так Боша ТВ надо сделать канал. Давно уже, круглосуточный. Людей уже достаточно. Я, Тор, Костабрик, Фабино, ты, Интегра, Джокин. Кто там еще? Ну, короче, этого уже достаточно. Обсервер. Еще за адрес, ну если только тогда нужно не Боша ТВ, а Айвона Watch ТВ. Ну еще, в принципе, картофан, если тайм-машина надумает допроходить. А что я делаю? Отвлекает? Ну, не знаю. Если честно, я тоже не понимаю, чем они занимаются. То есть, они же даже не проходят игры, у них это даже написано в тайтле. Не проходим игры. То есть, они просто занимаются ерундой. Я посмотрел, вчера они играли в Юрский парк 3 на Сеге. Ну, блин. Ну не знаю, может быть весело так упарываться, но смотреть, если честно, ну не очень интересно, потому что они не проходят, они просто там, ну, просто балуются. Блин, я не успел. Ну не успел я.
Блин, что-то такое промелькнуло в голове, но не могу освоить эту мысль. Какую-то хату на лунатике, что-то ты это не то, подожди. Да, тайм-машину он не стримит. А жаль. Но есть, короче, подозрение, что с нижних кубиков можно вниз падать и потом запрыгивать. Ну, короче, и обходить эту стену, но пока не уверен. Да, Читамен вообще жесть. Ну, так, мистер напомнение, а кто сказал, что я буду тренить Тоху? Я не хочу. Может быть, только если первую. Может быть. Да блин. Так. Не-не-не, хотя, блин, тут непонятно. Ну-ка. Неужели слева снизу надо перепрыгивать? Нет, это жесть какая-то. Блин. Струсил? Причем тут струсил? Что я, если я не пройду все сложные игры в мире, значит я струсил, что ли? Ну, что за чушь? Просто я не хочу, вот и все. Блин, зачем я выключил? Надо было еще на этот экран посмотреть. Логи быстрее, потому что это ненормально, когда стена из шипов ездит по всему экрану. И крутится, блин, по всему экрану. Такого не должно быть в играх. Жизнь меня к такому не готовила. Да блин, почему я соскользнул? Не, я не понимаю, как, где ее можно перепрыгнуть, в каком месте. Я это уже понял, что в нужный момент прыжок туда и обратно. Я только не понял, куда, ну, где. То ли на средней колонне все-таки. Потому что там вроде бы она, по идее, самое меньшее расстояние нужно.
Но, блин, все равно непонятно. Так. Да это же мало слишком. Не, ну я, конечно, не такой упертый, как Фабино в плане подсказок, да? Но, как бы, да, ну, не хочется, чтобы уж не быть таким же днищем, прям тупо по подсказкам играть. Привет, Картофан, когда тайм-машин будет? Что-то вы там не проходите игры все время. А, пора бы пройти уже тайм-машин-то. Что я делаю? Скоро будет? Ну давай. А то у нас Айво на Watch TV, как бы надо ведущих набирать. Короче, Локи Бастия, давай так. Когда мне уже задолбает этот момент конкретно, тогда уже скажешь, как здесь проходить. Пока еще терпимо. Блин, да. Но для рейп-мода я знаю, как ни странно, потому что слишком очевидно. Не, на самом деле, мне кажется, прикольная идея его на Watch TV, то есть именно канал сделать общий, но... Как бы надо, чтобы все хотели. Ну хотя бы, конечно, не получится круглосуточный, да, но просто, ну, такой прикол чисто можно было бы сделать. Да надо делить. Еще канал не сделали, уже, короче, деньги делим. Не, я хрен знает, как там. С верхней правой, может быть, колонны все-таки как-то. Блин, заснул. Oh,
неплохо проходишь, начинает бомбить. Так вперед, исправляй свою ошибку. Могу скинуть сейв. Даже. Картофан, а ты конкретно что, вот тоже не мог сообразить, да? Что тут делать или как? Блин. Что веселого в легионе троллей? Блин, да это же круто. Больше троллей и больше веселья. Больше у стримера горит. Блин, это же суть вообще из КДВ ТВ. Блин. Ну не знаю, Картофан, значит я туплю, видимо, очень жестко. Потому что я не понимаю. Ну, а для чего тебе нервные клетки, если ты их не уничтожаешь? Не очень понятно. Для чего тебе механизм восстановления нервных клеток? Что, природа зря старалась, что ли, создавала тебе регенератор нервных клеток, а ты их, блин, не расходуешь вообще? Ты на пробел спамишь или на что-то другое, просто пробел имба? Нет, я на X. И не знаю, почему пробел имба, мне кажется, на пробел очень неудобно. Привет, Инферно. Добро пожаловать. Тут ничего не меняется пока что. Привет, Снап. Ну, как бы, если это важно, да, я левша. Поэтому, видимо, так. Соответственно, бегаю я на стрелочке и прыгаю на стрелочку. Странная левша. Худшая кнопка для спама, но я согласен, как-то... Блин, то она же шумная, во-первых. Да ну, неудобно. Спамил нам 4? Ой, жесть какая. Не, да ну нафиг. Ну, не знаю, я вот к этому управлению очень привык, я уже сросся с ним, можно сказать. Так что ничего менять не хочу. Вроде я справляюсь с ним, как бы. Могу и микрить, и спамить. Так что я не думаю, что мне надо что-то менять. Блин, что затупил? Я так не привык. Вообще я на геймпаде обычно играю в нормальные игры. Но в боссе, конечно, на геймпаде невозможно. Ну, только если не на ЕЗ.
как они. Но я спамлю указательным пальцем. Но это, мне кажется, очевидно, мне все, скорее всего, им. Не мизинцем же спамить. Так, на верхнюю правую попробую. Блин, не-не-не-не-не. А как же тогда? Я забыл, что она так еще подъезжает. Не, сна, почему я играл в разные игры? В гонки играл. В стрелялки играл. Не, ну в разные бывало. Но больше подобные, конечно, не играл. Давай на трике удачи. Средним пальцем. Ну, кому как удобнее. Так неудобно же прыгать и стрелять одной рукой, вы чё? По-любому разными надо. А Снап, а ты докуда-то? До Соника дошел? Ну, не знаю тогда. Что делать, я не знаю. Понятно. Да не надо тут считать обороты, тут и так все понятно, тут повторять действия не приходится. Вначале нужно отпрыгнуть на левую колонну снизу, потом наверх там. То есть считать бы пришлось, если бы нужно было повторять одни и те же действия, а так, так как они все последовательны, то... Блин, ну... Блин, ну не прыгнулся, я же жал. Безымянный на шифте. Средний на стрельбе, указательный на бомбе и трансе. Ну, логично, по порядку. Да ничего так не приспилерил. Ты уверен, что я что-то понял из этого? Лол. Нашел тоже спойлер. Ну,
Или типа ты проспойлерил имбовую там, раскладку. Думаю, транстом пользоваться не будешь? Кто его знает? Живи теперь с этим знанием. Печалька. Да как так-то? Ну, блин, вот днище-то. Чё за лаг был? Да, блин. За спойлер у нас бан положен. Ты два раза заспойлерил. Привет, Аяка. Так близко было. Все, сейчас перепрыгнул бы налево и все, и она бы уехала. Ну ё-моё, что-то знакомое, не помню точно. Ну, конечно же, я не помню, как выглядит. Ой. Не, я надеюсь, что Костабрик все-таки дропнет игру где-нибудь там на Марио, потому что я просто не представляю, как он, сколько он будет такие моменты проходить. Не знаю, почему теперь всегда думаю, вот когда какие-то такие моменты встречаются, сразу мысль, а сколько здесь будет проходить Костабрик? Ну, в покемонах хороший сюжет, Снап. Что тебе не нравится-то?
Ну все, все, начались спойлеры, 13-й уже по полной. Удержаться прям невозможно просто. Так, 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 так. Осталось долететь. Ну, Картофан, я, по крайней мере, прошел эту стену. Так, вообще 13-я часть в плане персонажа весьма забавна. А еще там Зум нехило затроллил фанатов на экстра уровне. Правда, на этом просто игры заканчиваются. Вот психология. Есть деление на логиков и этиков. Мне кажется, что логика — природное преимущество в таких играх. Картофан в подушку плачет. Да. Прыжок сложный очень. Ну, пробовать так пробовать, чё. Я думаю, я еще не раз до сюда иду. Не-не-не, какой-то он очень сложный, лол. Мне кажется, нужно успеть приземлиться как-то вот сюда и отсюда уже прыгнуть на большой скорости. Не, блин. А, да, давай, 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 давай. Фу, фу. Так. Сейф, 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 сейф. Есть. 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 Десятый мир пройден. Not bad, not bad. Ну что, босс? Я даже не знаю, кто там. Посмотрим, что за босс там. Левел 3000, 9001. А, я должен на белом стоять? Блин. Как в него стрелять? Что тут делать вообще надо? Я не понимаю. Долго тралить будет? Да походу. Ну, он появится. Ну, больше здоровья один, главное. Да, не, ну не такая что-то явная, у меня, блин, один хп. Я вообще пока ничего не понимаю, что происходит, просто вообще непонятно.
Как босса-то зовут? Missing No? Блин, я ни одной атаки его не пережил еще, ни одной. Блин, да это жесть. Да нет, что-то Ксенрир не думает, что это так. Хоть одну атаку пережил. Че делать надо было с этим? Блин. Ну короче, за этот стрим надо хотя бы... Ну хотя бы часть его атак научиться проходить как-то там. Хотя бы с какой-то вероятностью. Да, я слоупок. Блин, это короче... У меня не больше, у меня слоупок покемон. И как там выжить? Изи босс, да, я заметил. И все, блин, я в него даже не попал. Практически. Да как это микрить? Что за рекобер нафиг еще? Ну что, офигел что ли рекобером? Да по-любому босс, который восстанавливает себе здоровье, это же по-любому изич. А, у него 100 здоровья. Да как это выжить-то, ну? И что, я только 9 снес? А ко мне вообще хз как выживать? Мелкие камешки же, даже самые мелкие, меня по-любому убивают. Что это такое? Ничего же не случилось, было написано.
Ну а мистер напомнение, такие вообще-то есть. Другие айвоны. Там полно таких атак. Что хостили. А, я понял, это я иду, все. Там написано было конфуз, а я раньше-то не читал. Короче, 10 атак надо выжить. Блин, прыжок на стрельбу. Лазор. Нет, вот это конфуз, это самая жесть. Куриковер, ты чё, упоролся? Это вообще удаляй. Да как это лазер, лазер лифт этот выбежит? Ну, Снап, тебе очевидно, а я краб. Вот и все, весь ответ тебе. Не думаю, что дольше, чем на Мегамэне. С чего такие выводы? Ты видел мои первые попытки Мегамэна пройти? Да, картофан, прошел. Изикатка же вообще. Да опять этот конфуз. Вот от камней хз как уворачиваться. Ну там даже самые маленькие камешки же убивают. Там этих осколков куча целая. Да блин, не знаю, как это уворачиваться, когда замешательство. Так мало потратил, 92. Блин, жесть. Перевернуть клаву, поменять руки и все, ок, да? Это же делается за одну секунду.
Да, начинаем сразу с конфуза, отлично. Ну камешки, ну не знаю. Упал. Пауза? Вот пауза. Начинаешь с сейва после паузы. Ну я понял, как от разлифа уходить. Блин, надо еще медленнее что ли идти? Или я не понял, как от него уйти? Да я бы там даже без confusion фиг прошел бы эту фазу. Забыл, что это такое? Блин. Мне нравится подход к этому делу. Razor Leaf непонятно как уворачиваться. Sand Attack не знаю как уворачиваться. Splash не понимаю как уворачиваться. В итоге от чего можем увернуться? Прямо лазер и рекавер. Я дал связывание за спамить. Ну, снап. Ты же знаешь, что ты пришел на топового стримера, который просто бог микро и спама. Видишь, как микрить-то надо? Блин, да. Ну видишь, сплэш изи катка. Блин. Надо же, прям выпустил. Опять это? Слишком слопочная реакция. Ну, не успеваю я понять. Блин, это вообще не знаю как. Ну, она как бы вроде бы легкая, но я что-то не могу никак ее размикивать. Короче, мне нужно хотя бы еще несколько атак научиться проходить, иначе, блин, это бесперспективняк. Блин, да... Хотя бы от первого камня-то надо увернуться.
А, она закончилась. Ну, потому что, конечно, я напрягаюсь во время спана. Теперь я об этом думаю. Первый раз выжил в этой атаке. Тут надо по звуку ориентироваться, а не по надписи. Слишком по надписи я не успеваю среагировать на эту гидропомпу. Конечно, показалось. Да ладно, гейзеры наводятся? Никогда бы не подумал. Не, ну серьезно. Я понимаю, что они наводятся. Так мне от этого как-то не легче. Да как это... Блин, маленький камешек залетел. Посылает? Я разве послал его? Не помню, чтобы кого-то посылал. Да нет, там нужно, ну надо с самого краешка, видимо, начинать идти. Ой, да Кайманду такой не очень, он богоюзер страшный просто. Вообще неинтересно смотреть. Я, например, вообще не уверен, что Кайманду может четвертый уровень на рэпе пройти. Ну что, стрелял, что не стрелял, вообще без разницы. В четвертом уровне снап там баг, что четвертый уровень проходить не надо. Да блин, ну это же легкая, ну как же так? А, ВВВВВ, мир.
Задолбал вылечиваться. Да не, ну такие атаки надо проходить. Такие надо проходить. Блин, 87. А, 92, да ладно, ну он офигел. Они не наводятся, да? Они рандомно летят. По-моему, они не наводятся. Гасты? Ну да, кстати. Мы же не Торы, чтобы не использовать гасты на первом прохождении. Охренеть атака. А ничего, что эта атака сложнее, чем все остальные. Ну, в смысле, такая обширная. Ну, я понимаю, что трифорс. Мне от этого не легче. Просто, да? Шестьдесят, по-моему, рекорд, да? Ну и удаляй. Блин, повезло. 44. На 44 рекорд. Ну, короче, нарандомить можно, да, походу? Блин, 99. Да 99, ну это, блин, ну впустую просто весь урон. Да пипец, такое тральство. Ты пошел ты со своей три атакой. А, ну да, слоупок же. Какой песок? Ну
А, меня? Да не знаю, как я эту три атаку проходить. Покормлено. Да не те ж кнопки-то, ну. Блин, 9 только. Чё, Кальмаду поставил новый мировой рекорд? Блин, пипец он, конечно. То есть у Кальмаду сейчас на рейпе и на Total Average мировой рекорд, да? 32 минуты, вот. Да ну нахрен такое. О. Блин, я думал, сейчас солью. 49. О. На 46 секунд быстрее. Довольно серьезно. Давай еще таких атак легких. Ну камни можно, в принципе, пережить, но не всегда. Девять. Да блин, это вообще такая фигня. Нарандомил. Сорок четыре. Двадцать восемь вообще рекорд. А, косяк. Ну почти на рандоме. Думать? Да, лазер это халявный урон. Блин, ну как? Оно все трясется, блин.
Глаза уже, если честно, устали. Смертей за прохождение на спидране, неплохо. Какая легкая была фаза. Короче, надо камни, вот этот ветер, это надо 100% это выживать. Тогда есть шансы на рандомить. Блин, что-то затупил. А вот три атака, то удаляй сразу. А зачем я удалил? Да как же, ну... Блин, ну печалька. Ух ты ж, размикрил. Да камни, ну выжить же, ну это же вообще фигня, да. Ну вот помпы, да, это посложнее. Как-то тут рандомно, я не понимаю, как-то они, блин, непонятные. Ну, спам палец, знаете ли, тоже не бесконечный. Уже заканчивается. Нифига себе, размикрил. Блин, опять эти камни. Вот камень в метре от тебя летел, зачем ты под него бросился? Ну так, блин, снап, все трясется. Это кажется, что так легко сообразить. Либо тебе будет легко, а мне тяжело. Вот почему он сплэш не использует? Никогда, когда у него уже мало здоровья. Я, кажется, понял суть гидропомпы, но это одно дело понять, другое дело реализовывать.
Нужно на одной уже подлетать, на вторую не попадать, иначе она подкидывает еще выше вторая. Халява. Половину. Сплэш. Блин, только 10 внес. Ну ладно. Какой, что такое НВР? Опять рековер. Вспомнил, что у него есть рековер. Сто, отлично. Кому он сдался, этот, блин, как его звать-то уже, Калиманду? Кстати, на гидропомпе-то его можно атаковать, да? Я что-то только сейчас понял. Не, ну он же читерно проходит, ну блин, нафига. Мистер Напомнение, неужели непонятно, что это был сарказм? Ну ладно. Ну такая даже, ну, шутка, по сути. Привет, HD бред. Да вот, покемона убиваем. Missing No. Да, за уроном погнался. Бред. Извини. Да, высокое разрешение, бред. Блин, я не могу тайминг поймать, когда на него прыгать надо. Просто три, блин. Да, инферно затащено, уже мучаемся вот с покемоном. Уже довольно давно. Но я сегодня вряд ли его убью. Сейчас я чуть еще попробую. Но только если совсем-совсем на рандомлю. Да вот как, ну там надо прямо идеально пройти, чтобы хватило. Либо случайно промиклить мимо этих... мимо листьев. Да, босс сразу по стенке идет. Thank you.
Только 10 потратил. Вообще ни почему-то ни пульки его никак это не ранит. Блин, пожадничал, надо было по одному идти. Думал про микро две эти. Блин, мало, ну и вот и все к нулям. Ну почти. Короче, я думаю, где-то еще максимум 50 смертей и пойдем отдыхать. Вспомнил про свою три атаку это. Я походу ее так и не размикрю, просто буду рандомить, чтобы ее не было. Семь из семь. Шестьдесят. Блин, не, что-то мало трачу. Слишком нужно, чтобы зарандомило таким уроном. Совсем ничтожным был, то есть он сейчас не совсем, но ничтожный, да? Никто не видел. Ну нафиг иди со своей три атакой. Ну камни случайно удалил. Здесь можно жить. Двадцать шесть. Confusion, блин.
Что-то он не особо наводится, если честно, на меня. Как-то очень криво. Да потому что управление не в ту сторону, я не смог это размикрить. Я же жал только в другую сторону. Ту, которая по логике. Ну да, но как бы следует, но как-то очень криво. По-моему, примерно по такой же логике, как у Китти, вот эти ее сердечки. Только, ну, скорость другая и все такое. Камни — плохая фаза, я там редко выживаю. Блин, что-то меня затраливает фигня. Ну, Трифорс — это вообще не обсуждается. Я еще ни разу Трифорс не прошел. Блин, 12. Так, ну это халявный урон. Правда, палец у меня заканчивается уже. Сплэш. Так. Да как так произошло? Блин, легкая же была. Все трясется, блин. Двадцать урона внес. О, ну и 3 атаки, естественно. Стрелял бы почаще этим лазером. Я был бы очень рад. Да не успел даже дойти. Халявный урон. О, ну ты вообще не очень. Давай, давай, в том же духе, давай еще лазер. Да, отлично. Двадцать четыре. Блин. Восемь! Разрыв! Блин! Это было близко. Это было близко. Блин, так нарандомило, так больше не нарандомит. Блин, реально рандом, он один на миллион был сейчас. Еще и Confusion выжил, и, блин.
И Razor Leaf выжил, да это же... Блин, попытка реально одна на миллион. Ну, гидропомпы-то удаляем. Дота. Блин, ну хоть чуть у неё сорвано. Просто я боялся, что камешек заденет. А, ну ясно. И что с этим делать? Что с этим делать-то? Я так и не понимаю, что там делать нужно было. То ли стрелять надо? А, ну ясно. Удачное начало. Да, что ты делаешь? Прекрати. Блин, ну не знаю. Что с... А, 11, ну. А что-то я затупил. Пека, потому что меня затравил босс. Разрыв. Ой, нарандомил. Я думал, они закончились уже. Сплэш. Чуть-чуть это, блин, ну вы поняли. Блин, только 8. Не, рекомер самая напряженная, блин. Хоть на ней нельзя погибнуть, но, блин. На ней очень пальцы устают. Палец. Так мало потратил. А, ну 3 атак. Ну давайте попробуем еще раз. Лол, я в 3, я 3 атаку пережил.
Снап, это не бомбануло, это на обычное состояние. У меня впервые три атаку пережил. Хорош. Двадцать два за эту атаку снял за счет того, что наверху еще чуть-чуть попадал. Ну, по сути, две пульки попали. Да опять, да ты гонишь. Ну да. Как-то не предугадаешь, что там пройду или нет, этот confusion. А, зачем? Ну, короче, да, три атаки удалять можно. Все правильно. Да, я думал, размикрил. Блин, там за покормлено. Ну хоть 7. В принципе, раз я один раз ее пережил, значит, можно считать, что я ее могу пережить. То есть, если она, если подать три атаки, это еще не минус. В принципе, я тогда теоретически любую атаку, да, могу выжить. Но, по-моему, меньше всего шансов все-таки на гидропомпе. Вот, вот, вот. Мистер Набомнение, оскорбления не нужны. Еще одно будет оскорбление, будет бан. Хотя вообще, как бы, в чате куда сейчас может забанить, за первое же. А мне все равно, заслуживает или нет. Блин, три атак. Инферно, ну... Может быть, но, блин, это довольно сложно. Давно камней не было.
быстрее, ну камни, ну нафига. Камни, конечно, тоже довольно микрит. Не знаю, как-то вроде бы легко, казалось бы. Но что-то, блин, все равно где-нибудь, ну, фейл случится. По-моему, я вообще ничего не потратил, да? Да что за жесть? Блин, опять газ. Камни. Восемь. А, три атака, блин. Почему именно три атака? Не, все-таки три атака самое сложное, наверное. На гидропомпе хотя бы рандомить проще, а на три атаки, блин, там даже не порандомишь особо. Ну не знаю, по идее, там все скажут, наверное, да это же изи, там, ну, размикрить эту, блин, первую форму этой атаки, но у меня не получается. Ну, давно не было сплэша. Угу. Too fast. Да я не могу вот это размикивать, но я случайно сейчас. Блин, плохо. А, не, выжил. Второй раз три атаку выжил. А вот камни, это плохо. Нарандомил, нарандомил, нарандомил. А, еще не все? Так, хорошо. Давай кому-то связывание там. Газ. Здесь надо жить. Лол. Лол, что-то я... Короче, блин, все-таки волнение иногда это. А, ну понятно, я тебе чатик дочитался. Да суть в том, что... Ты до самой атаки не доживаешь на стадии подготовки стрейфа. Ну, как бы да. Только молния может затроллить, не туда прилететь. Для меня конфуз трудно. Ну, даблшиф на камнях. Ну, блин, это же чит. Это же чит. Вообще, я хотел уже закончить в 19900. Но, блин, что-то мне он немножко... раззадорил. Потому что, ну, как-то стало получаться, такое ощущение, что вот-вот можно его забить. Блин, да даблшифт не хочу это. Ломать жизнь.
Живи с этим. Мало потратил. 24, блин, еще две атаки выпить. А, ну да, по-любому. Давай какому тысяч, ну давай, пожалуйста. Confusion, можно выжить. Да, 8 пока рекорд. Как ни странно, одна и та же цифра. Да почему я не прыгнул? Такой легкий был. Так он же каждый раз получает уровень, чертахан. 9001, ты не замечал, что ли? Внизу же пишут, что он уровень получает. Сплэш. Разрыв. Враб, отлично. Пофигу на палец. Не нужен. Что еще? Вон 2001 уровень. Да что я делаю? Любимое произведение Снапа. А, ну гидропомп, понятно. Надеюсь, они больше не будут попадать. Гидропомпы вряд ли пройду. Да это просто рандомная штука, инферно. Я думаю, Soul Green ее сам нарисовал. А, чё? Какая атака?
Блин, ну как же так? Семь осталось. Блин, три атак. На стриме Дельфина создала вечных, это ел? А, ну да, меня кто-то ел, да. Зажжено было. Ой, гидропомпа. Стрим подлагивает, ничего не знаю. Вообще-то да, вообще-то дропы были. Но сейчас не, больше нету, пока не вижу, что поднимали. Пофиг на палец. Три атаки. Блин, неудобно полетело, да? Другие башки, ты про это говорил? Кто там Инферно говорил? Не получается что-то мне туда прыгать, в эти щелки между гидропомпами. Слишком жестко. Напряжная очень атака. Несложная, но, блин, очень внимание напрягает. Глаза, блин, пересыхают. О нет, гидропомпа. А, почти. Почти сдох. Я. Рековер! Есть! Изикатка! Изикатка! Рандом овер 9000. Две тысячи 459 смертей за 10 уровень.
Везение, Снап. Ой, этот, Инферно, везение. Везение, тупо везение. Ну? А кто сказал, что это плохо или неправильно? Ну все, на этом стрим заканчивается. Я так понимаю, 11 мир это последний, да? То есть я дошел до последнего уровня. На рандоме, лайкер. Да ладно, я почти все... Я же все атаки хотя бы по разу выжил. Даже не по разу, а по много... Трифорс уже почти выживал каждый раз. Гидропомпы, ну и да, реже всего. Камни, ну, все равно много... Сколько-то раз выживал. Ну, в общем, все. Давайте, на этом стрим заканчивается. В следующий раз больше не знаю, когда буду проходить, но надо уже допройти. Поэтому, возможно, скоро. Ну все, всем пока. Увидимся.